Приветствую вас. Ключевой момент, как мне кажется, вашей ситуации заключается в том, что вероятнее всего, вы не очень хорошо понимаете, что вам нужно. То есть, ну вот, один из, как мне кажется, ключевых моментов, да, заключается в том, что вы не очень хорошо понимаете, чего вы хотите. То есть, ну, может быть, вы не очень хорошо себя слышите, вот, то есть, ну, в том смысле, что не очень хорошо чувствуете себя, не очень хорошо понимаете, чего вы хотите. Вот, и соответственно, из-за отчасти того, что вы не очень хорошо себя слышите, как мне кажется, и возникает вот эта проблема. То есть проблема, когда вам с одной стороны хочется чего-то, в то же время ну, как бы есть какой-то такой страх, да, и страх, он, ну, в принципе, вполне, наверное, обоснован, потому что действительно в человеке вы там уверены, условно говоря, быть не можете на момент, а здесь, как мне кажется, заключается в том, что вам он дает надежду. Вот. То есть, мне кажется, здесь примерно, ну, такая история, что человек вам дает надежду. Вот. И, соответственно, вот эта надежда, которая у вас есть, да, вот эта надежда, которая у вас может быть, ну, как это правильно сказать, надежда, которая теплится, да, она, как мне кажется, является вот тем ключевым моментом, который мотивирует вас, наверное, как я думаю, оставаться в этой, ну, в этой вот ситуации, да, оставаться в такой ситуации, может быть, неопределенности, такой ситуации, когда вы не очень знаете, не очень понимаете, чего вам, собственно, хочется, да, вот, при том, что, ну, есть, как бы, наверное, есть и у вас есть некоторая симпатия к человеку, у вас есть некоторые какие-то желания к нему, да, вот, но как бы здесь вся сложность заключается, как мне кажется, опять же, в том, что ну, вы можете чего-то бояться. Вот. И, ну, мне кажется, что вам в первую очередь нужно
прислушаться к себе. Вот. Ну, мне так кажется. Вот. И как-то вот себя спросить, что я хочу. Да, то есть, ну вот мужчина, вот он ведет себя определенным образом. Да, то есть он там, условно говоря, нет, ну, условно говоря, он насчет не хочет брать ответственность на себя, да, он там боится, он там значит чего-то опасается. Вот он, соответственно, там, не знаю, делает какие-то еще вещи, вот, ну, такие достаточно сомнительные, вот, с точки зрения поведения. И вот прям нужно, мне кажется, ответить себе на вопрос, да, насколько для вас это все приемлемо, потому что если нет, если для вас это все неприемлемо, если вы там, условно говоря, всего этого не хотите, если вы ну, считаете, что так быть не должно, вот, то вам, ну, нужно, как мне кажется, вам нужно об этом заявить, вам нужно об этом сказать, вам нужно сказать об этом, ну, в первую очередь, наверное, себе, вот, самой, наверное, вот, чтобы как-то определиться. Вот. А так получается, что вам с одной стороны чего-то хочется, да, вот, с другой стороны вы как-то, ну, как-то вы не готовы, что ли, за это нести ответственность, как-то вы, ну, боитесь, может быть, ошибку сделать, да, боитесь неправильный выбор совершить. И, в принципе, наверное, у вас, даже не наверное, а совершенно точно, что вас, ну, можно понять, в этом контексте, конечно же. Но вопрос, он, как мне кажется, такой, знаете, ну, более глубокий, да, для чего, зачем вы общаетесь там, условно говоря, с мужчиной, да, и может быть, вы, ну, вы могли бы ответить себе на такой ну, вопрос, как бы, что я хочу от этого человека, что мне нужно от человека, чего я хочу от человека, в чем я нуждаюсь в нем, да, что мне необходимо. Вот. Вот, соответственно, на что вы можете обратить свое внимание здесь. Вот то,
потому что вы можете как бы себя спросить. Вот. И дальше уже двигаться, дальше уже куда-то расти, да, дальше уже для себя этот вопрос вы могли бы разрешить, разрулить и так далее. Вот. Пока же, ну, ситуация вот такая, что вы находитесь в подвешенном для себя состоянии. Вот. И хорошего в этом для вас, понятное дело, нет ничего. Я думаю, что ситуация это не изменится, пока вы не будете готовы самостоятельно принять решение. Да, ситуация не изменится, пока вы не будете готовы как-то поступить, вот, и пока вы, ну, пока вы не решите, что, условно говоря, то или иное действие ваше, тот или иной ваш поступок, вот, который вы, ну, можете сделать и так далее, вот, ну, достоин того, чтобы, например, ошибиться. Вот. То есть у меня такое вот ощущение возникло при чтении вашего текста, что вы как будто бы находитесь, вот, знаете, в противоречии, да? То есть, ну, что такое, что здесь означает противоречие? Противоречие здесь это вот история о том, да, что мне чего-то хочется, вот, я думаю, что могу это получить, вот, но, несмотря на то, что я думаю, что я могу это получить, я не хочу, там, условно говоря, терпеть ну, какие-то негативные элементы, да, ситуации, какие-то негативные элементы, ну, вот, того, что происходит. И это нормально, что вы не хотите, ну, как бы, что-то терпеть. Вопрос в другом, да, как вам это противоречие разрешить? Может быть, для вас это возможность, может быть, для вас это возможность почувствовать себя, там, ну, условно говоря, какой-то, да? То есть, может быть, для вас это возможность почувствовать себя кем-то. Может быть, для вас это возможность понять, какой конфликт кроется в этой, ну, вот, контексте этой ситуации. И, соответственно, уже исходя из этого конфликта, уже что-то делать. То есть сейчас вы находитесь на таком довольно-таки поверхностном, я бы сказал, уровне, ну, не в смысле, что вы обязательно должны
да, то там обязательно должны уходить куда-то вглубь. Нет. А, в том смысле просто, что вы не очень сейчас понимаете, что вам нужно, да, что, и в чем вы как бы нуждаетесь. Вот. Соответственно, значит, этот конфликт, эта ситуация, она ставит вас перед фактом. В первую очередь, наверное, перед фактом внутреннего внутреннего конфликта, да, который у вас, ну, вот, может быть, который у вас может есть, да, может нет, это еще нужно посмотреть, вот, есть он или нет, но, тем не менее. Вот. Мне, например, эта история видится примерно такой. Вот. А как бы если вы, ну, допустим, ждете, если вы ожидаете, что, ну, что мы вам поможем какое-то решение для себя принять, вот, то я, пожалуй, вас разочарую. Нет, мы вам, вот, наверное, такого решения принять не поможем. Потому что это решение принимать вам, и те ошибки, которые вы можете совершить, тоже как бы принимать вам. И как бы, ну, нести ответственность за эти ошибки, мне кажется, тоже вам. И мне кажется, что это, ну, довольно-таки так, знаете, справедливо. Хотя, понятное дело, что вы можете со мной не согласиться, и, в общем-то, это будет, наверняка, это будет ваше полное право, вот, но я, как бы, я не прошу вас со мной соглашаться, да, я говорю о том, как это работает, я говорю о том, как это бывает, вот. Поэтому, как бы мне не хотелось, допустим, чисто вот по-человечески вам, допустим, ну, сказать, да, доброта этого странного человека, вот, что ты в самом деле не найдешь, что ли, никого лучше. Вот, на самом деле, мне кажется, это позиция, при которой я перехожу вот некоторую границу, вот, в первую очередь, конечно, вашу границу, вот, которую перехожу некоторую границу, которую я приходить хочу, которую я приходить на самом деле даже, наверное, не брал, вот, ну, просто потому что это же ваша жизнь, вот, и кто я такой, чтобы, соответственно, это делать. Мне кажется, что примерно так можно вам ответить на вопрос, да? Вот, повторюсь. Мужчина, значит, если
Да, он вас настраивает, то вы, ну, как бы, обычно, как это происходит? Человек мне подходит мне по, там, допустим, ценностям, да, моим, ну, всего по ценностям. Человек не подошел, мы ему, как бы, говорим, ну, извини, вот, как бы, не сложилось, да, я знаю, что это там, грубо говоря, ты, да, я знаю, что... Это вот ты мне пишешь, вот я знаю, что это ты, ну вот извини, как бы, ну вот такая вот, в принципе, ситуация. Вот. И как бы на этом все заканчивается. Вот. Но получается это так, что вы не готовы. Не готовы отказаться от, там, условно говоря, там, от того, что вам хочется. Вот. И это, как бы, вас останавливает. Вот. Поэтому давайте сейчас мы с вами примерно более поговорим. Итак, я познакомился год назад с двумя парнями, одного из них я заинтересовал. Ну, смотрите. Ну что здесь сразу вот так скажем хочется обратить внимание, да, на то, что вы заинтересовали. То есть вы делаете акцент на то, что вы заинтересовали человека. Не вас заинтересовал человек, грубо говоря, а вы. Вот. То есть почему-то вам момент, что вас, что вами заинтересовались, более важен, чем, например, момент, что вы заинтересовали человека. Вы. Мне кажется, это как минимум то, над чем вам имеет смысл подумать. Потому что, ну, мне кажется, это довольно-таки такой важный момент. Да, важный момент, потому что получается, что вы, ну, как бы, отдаёте предпочтение этому, вы отдаёте предпочтение тому, что вы интересовались вами, а не интересовали вы, и, соответственно, это делает вас уже зависимым, потому что вы ориентируетесь на другого. Меня заинтересовали, ну, значит, я буду, там, условно, там, с этим человеком, к примеру, да, к примеру. Вот. Ну, это, на мой взгляд, вариант далеко не лучший. Вот. Потому что так вы, повторюсь, становитесь зависимым. Дальше. Идем. Так. Вы пишете. Второй всего лишь, по словам его друзей, любвеобильный человек. Почему всего лишь? Ну, то есть, у вас здесь как будто какое-то обесценивание происходит. Человеком. Вот. Ведь то, какой он живет жизнью, да, мне кажется, это, ну, как бы, его личный выбор, его личное дело. Вот. Ну, вам может это не нравится, и как бы это, ну, мне кажется, вполне нормально, вполне естественно, что вам это может не нравиться, это нормально,
Вот. Но вопрос, он, как мне кажется, здесь, вот именно какой-то такой обесценивающий. То есть вы как будто это обесцениваете. И хотел бы я, конечно, спросить у вас, да, с чем это связано. То есть с чем связано то, что вы обесцениваете человека вот, ну, с такой вот позиции. Я не говорю, что вы его должны любить. Вот, вы не должны любить. Но вам здесь явно чувствуется обесценивание. Я хочу понять, с чем оно, это обесценивание, да, связано. Вот, ну, раз уж вы обратились, да, к нам, вот, то давайте постараемся подойти к вопросу максимально корректно. Вот, давайте постараемся подойти к вопросу максимально обстоятельно, скажем так, чтобы нам с вами было, ну, все предельно понятно, скажем так. Вот. Замешаны ли здесь ваши чувства? Если да, то как? Переживаете ли вы, что, например, допустим, что вот понравился человек, вот понравился мужчина, а он оказался бабником, да, и вам, ну, вообще не подходит, например. То есть вот это, на мой взгляд, такая довольно важная история, на которую вам имеет смысл обратить свое внимание. Вот. Потому что если вы здесь эмоционально вовлечены, то это на вас влияет. И, соответственно, если на вас это влияет, то влияет и на ваше восприятие, влияет на то, как вы реагируете. Вот. Дальше идем. Только пару раз я смогла с ним пообщаться и уже поняла на тот момент, что я ему нравлюсь. Немного странновато противоречивый, не говорит о том, что я его интересую, он бабник, анонимно целый год задает вопрос, наверное, думаю, что я не понимаю, почему я не заинтересован. И вот как к вам вопрос. Вы стараетесь дать человеку как будто бы понять, что он вам не интересен. Вот. И у меня к вам тоже вопрос, на самом деле. Он вам интересен? Вот, ну, как бы, человек вам интересен? Или нет? То есть, вы так к нему сами, да, что чувствуете? Вы сами, как бы, ну, интересуетесь им или нет? Может быть, для вас это очевидно, может быть. Но то, что очевидно для вас, условно говоря, может быть, не очевидно для него и для, ну, и для нас в том числе тоже. Понимаете, да? Вот поэтому я бы очень хотел, чтобы вы на это тоже обратили бы свое внимание. Дальше. Что этому человеку
спрашиваете вы, нужно, ну, откуда мы можем знать, что этому человеку от вас нужно, откуда мы, лично мы, можем это знать, как мы можем это знать, а ведь это другой человек, это чужой человек, по сути, вот. А почему вы думаете, что мы знаем, ну, почему вы думаете, что мы знаем лучше вас? А, бабник, стоило бы уже отказаться от этого, но фиг поймешь. А, ну ладно, а себя вы понимаете? Себя? Как вы себя понимаете? И понимаете ли вы? На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго вам и удачи.